Кабель Purple Flare занимает третью позицию в популярной акустической серии Leaf, которая является следующей ступенью в развитии концепции широкоизвестной фирменной линейки Flatline. В этой модели 14 одножильных проводников уложены параллельно, представляя собой плоскую ленту. В качестве диэлектрика применяется устойчивый к высоким температурам экструдированный фтор-этилен-пропилен, который во многом напоминает тефлон, но несколько отличается от него улучшенными свойствами. Такая конструкция позволяет получить более низкое сопротивление, индуктивность и емкость, так как проводники немного удалены друг от друга и не контактируют так тесно, как, например, в обычном акустическом кабеле. При этом значительно ослабляется диэлектрический эффект, который заключается в негативном влиянии изолирующей оболочки на проходящий сигнал, что выражается в потерях и искажениях. В итоге фирменная технология позволяет значительно повысить динамику и выразительность звучания, а также сделать его более музыкальным, легким и объемным. Каждый из 14 проводников имеет калибр 15 AWG. В качестве материала используется бескислородная медь высокой степени очистки с серебряным покрытием. Для коммутации могут применяться лопатки или бананы типа Z-Plug. В линейку Purple Flare входит также межблочник и сетевой провод. Для получения оптимального результата логичным шагом станет объединение этих кабелей в одной системе. Модель обладает высокой скоростью передачи сигнала и позволяет получить в меру динамичный, прозрачный и детальный саунд с достаточно глубоким басом, открытыми средними частотами и слегка акцентированным верхом.